Только в МК Эстонии. Касса по безработице отправляет на курсы не только безработных. На кого можно бесплатно учиться даже в зрелом возрасте и каким критериям надо соответствовать. Въезжающие в толпу машины стали любимым орудием террористов. Как от этого защищена Эстония, где у нее слабые места и почему после громких терактов не повышают уровень опасности. Что такое криптовалюта? Почему виртуальные деньги так быстро растут в цене? Можно ли на них заработать? И что нужно знать о рисках? Экспертиза. Что положить на пиццу или мясо? Мы узнали, какой тертый сыр лучше подойдет для запекания. МК Эстония. Ваш семейный еженедельник.